полсотни аварий, 84 пострадавших и 17 погибших, и это лишь на федеральных дорогах. Таковы неутешительные итоги начала этого года. Как говорят сотрудники ГАИ, чаще всего ДТП происходили во время обгона и при нарушении скоростного режима. Автоинспекторы уделяют особое внимание аварийно опасным участкам. Проверяют не только личный, но и пассажирский транспорт. Сегодня многие отправляются на отдых за город вместе с семьей, поэтому следят и за безопасностью маленьких пассажиров. Только за этот год в авариях на федеральных дорогах пострадали 16 детей, еще один ребенок погиб. В этом году и количество происшествий, и количество погибших на федеральных дорогах увеличилось, поэтому госавтоинспекция особое внимание уделяет федеральным дорогам. Автоинспекторы не только дежурят на участках, но и ведут скрытое патрулирование. За скоростным режимом следят из автомобиля без опознавательных знаков. В нем нарушения фиксируют мобильным измерителем скорости. Во время совместного рейда на участках федеральной трассы Кола в Прионежском районе обошлось без нарушителей. Но расслабляться водителям не стоит. Операция «Федеральная дорога» продлится до 2 июня. Эдуард Тур, Владимир Волотовский, Самбо ТВ 360, Прионежский район.